Саш, ты опять на велосипеде, а? Ну, колеса грязные, я же тебе говорила. Садись. Мама, смотри, снег. Саш, ну ты что делаешь, а? Это продукты. Кто будет убирать? Ты. Мама, я есть хочу. Сейчас, подожди, видишь. Что за безобразие? 8 утра, а я еще не целовал своих любимых. Привет, моя Тодика. Привет, папа, мой хороший. Привет, дай 5. Оп, оп. Молодца. Так, что у нас на завтрак сегодня? Что, каша. Каша. Если не хочешь, могу яичницу сделать. Как обычно. А есть у нас что-нибудь необычное? Ну, не обязательно же каша или яичница. У нас деньги закончились, Дима. Я тебе говорила уже об этом. Можно как-то было начальнику просить аванс. Свет, я только месяц работаю. Как я возьму аванс? Надо себя как-то проявить, зарекомендовать. Пока ты будешь проявлять себя, я как буду покупать продукты? Ты вот посмотри, видишь? Последняя бутылка молока. Хорошо, я что-нибудь придумал. Давай. Можешь нести поаккуратнее? Здравствуйте. Здравствуйте. Светлана с наследниками пожаловала. Да ладно тебе, Кузьминична. Деткам-то с мамой завсегда лучше. Угу, а работа стоит. Да ладно, а нам мы рады понянчиться. Нельзя ничего трогать. Сань, хочешь, я тебе барашка сделаю из глины? А самолет можешь? Самолет? Попробую. Полетели. Полетели. Давай. Так, вот здесь у нас будет пилот. Ох. Здесь пассажиры. Санечка к бабушке пришел. Здесь. Здравствуй, мой любимый. А что это вы делаете? Самолет! Ой, Клавдия, молодцы! Потом покажешь бабушке, ладно, когда закончите. А здесь у нас будет хвост. Светочка, доченька, пришли? Ой, ты еще больше похудела. Бусик, иди к бабулечке. Красотулька, красотулька моя. Ольга, я все ящики, которые были на улице, погрузил. Хорошо. Поэтому пора ехать. Светлана, вот скажите, зачем вы каждый раз сюда детей таскаете? Здесь грязно, пыльно, вредно для здоровья, тем более для детского. Георгий. А что, Георгий? Я что, не прав? Ну, я же прав. Пойдем, Леночка, пошли. Пошли. Оленька, Оленька, там из Нижнего звонили. Да. Иди ко мне. 200 чашек, смотрите. Ну-ка. Спасибо. Да, пойдем, пошли посмотрим. А из Углича просят скидку. Спасибо. Как скидку? Подожди, это ж тогда в убыток будет. Сырье очень дорогое, я не могу. Ну, подожди, ну давай сырье другое покупать, подешевле. Тогда тарелки начнут трескаться через месяц. Ну, так это уже потом не наша проблема будет. Нам оборот нужно увеличивать. Оборот. Да, оборот, это, конечно, хорошо. Светлана, я вот что хотела спросить. Вы не могли бы новых эскизов нарисовать? Ну, таких ходовых, ну там, например, ну про баню, про выпивку, ну, с юморком. Иностранцы это очень хорошо покупают. А, это такую большую голую бабу с вот такими пирожками. Ну, да. Мужика в шапке-ушанке и скачет медведь, играет на балалайке, да? Да, очень хорошо. Это не ко мне. Знаете что, Светлана, вы, конечно, женщина умная, но абсолютно непрактичная. Вы у мамы учитесь. Гош, ну она просто еще молодая. Ну, пусть учится. Я поехал. Мам, ты когда замуж выйдешь, он таким же будет занудным, а? А что тебе не устраивает, Свет? Георгий твердо стоит на ногах, не то что твой Дима недотепа. Thank you.
Привет. Здорово. Дима, сколько тебе раз говорить, ну нафига ты эти кренделя-то лепишь? Это мой фирменный вензель, знак качества. Пойми, здесь блинов. Здесь вот эти столичные штучки, я не знаешь, никому не нужны. Ну а чем блинов отличается от Москвы? Так и так сожру. Ты бы лучше вон новую партию налепил бы. Вот. Начинка, договорился брать по дешевке. Угу. Это фарш. Я этого делать не буду. Чё? Фарш не свежий. Да ладно, Дим, чё ты? Там сольки побольше, перчику насыпьте. Я людей травить не собираюсь. Почему травить-то? Я же не сырое предлагаю, а вон печеное. Ну, сказал не буду, значит не буду. Слушай, это мой фарш, моя пирожковая, я здесь решаю. Твое дело вон лепить да в печку совать. Угу. А мое дело делать свою работу очень хорошо. А по вам потребнадзор плачет. А вот, значит, как заговорил, да? Угу. Слышь, Дим, я вот что подумал-то? Че? Шел бы ты отсюда, а? Я в твоих услугах больше не нуждаюсь. Да пожалуйста. Здрасте. Здрасте. Вам кого? А мне бы с хозяином переговорить. Ольга Николаевна. Ага. Я здравствуйте. Хозяин. Здравствуйте. У меня заказ. Что это? Вот. Мама, ой. Мама, смотри, какой мы самолет с эти клавы сделали. Так. Ага. Проходите. Так что это? Какой самолет? Кузьминыш, не знаю. Это керамическая плитка от очень старинного гарнитура. Да. Спасибо, дочка. Ну-ка. Похоже на 19 век. Такую глину после революции уже не добывали. Говорили, дорого, буржуазное излишество. Особая технология добычи в карьерах была. Потом где-то она в запасах лежала, да? Ну да, на заводах Кузнецова она ушла только на посуду. Только на посуду. Ага. Да вы настоящие эксперты. Так возьметесь такую же сделать? Не возьмемся. Работа кропотливая, эмали особо нужны. А у нас, понимаете, оборот. Ну почему же не взяться? Новые технологии, разобраться интересно. Значит, тогда эти технологии будут настолько дороги, что вы сами откажетесь. Гош, ты собрал уже коробки? Ну вот поезжай с Богом. Хорошо. Вот что я скажу. Можно, конечно, просто скопировать. Восстановить рисунок. Дочку, смотри. Подобрать такую же краску, глазурь китайская есть, блестит так же. И кракелюры у нее такие же. А можно старинную рецептуру посмотреть и по тем технологиям делать. Но это долго. А у вас что со сроками? Заказчик будет ждать? Ну... Спрошу я, поговорю с ним. Спасибо, спасибо вам большое, что подсказали. Интересно. До свидания. Всего доброго. Это у нас моя помогает. Какой ты тяжеленный. Пойдем вместе поможем маме. Ты что так рано-то, а? А? Рано. Ну что, дел мало было? Ну, в смысле заказов. Вот освободился пораньше. А тебе аванс дали? Сань, не холодно? Не холодно? Дима.
Свет, возьми пока у мамы денег, а? Сань, иди домой. А почему у мамы, а? Опять у мамы? Просто возьми у мамы денег и все. А я устроюсь на новое место, Вадам. Тебя что, уволили? Опять, да? Я не понимаю, сколько это будет раз повторяться, а? Свет, послушай меня, Свет. Он правда был неправ. Неправ. Ну, конечно, он был неправ. Тебя уже на работу просто не возьмут. Свет, почему? Светлана? Потому что у нас в Блиной вообще плохо с работой. Все будет хорошо. Ты понимаешь, что мне нужно покупать молоко, да. Мне нужны Сане ботинки, потому что они провались, мне нужны Леночки, что-то теплое, Свет, на осень. Свет, что? Я все прекрасно понимаю. Я обещаю, что я все исправлю, честно. Светка, ты... Ну, Светик, ну, ты просто не понимаешь. Почему? Чего я не понимаю? Да, я не понимаю. Саша, это что такое? Ну-ка, вещи возьми. Мам, не ругайся, я все уберу. Бери и убирай. Ботинки, шапку все вешай. Так, я к маме за деньгами. Сань. Смотришь за детьми? Уйди. Свет, не просто развернуться негде, Свет. Если бы у меня был свой ресторан, где я хозяйничал, тогда да, это другое дело. О, я потом такое устроил. Телевидение бы к нам приезжало, интервью брала. Ты мне как королева ходила. Дим, хватит, а? Почему, Свет? Мы же так любили с тобой мечтать. Любили, я помню. Но это было 7 лет тому назад. И с тех пор нас стало 4. Как-то уже не так самозабвенно мечтает. Слушаемся папу. Развод и точка. Дима не виноват, что с работой так плохо. Такие рестораны. Плохому танцору. Знаешь что? Ты лучше скажи, дашь деньги или нет. Если нет, мы с Димой сами что-нибудь придумаем. Конечно, придумает он. Он только и умеет, что думать да фантазировать. Надо же за такого угораздило замуж выйти. Мам, что? Мамочка. Помнишь, как я родилась? Тебя уже привезли, а во всем роддоме отключили свет. И акушерка тогда расставила свечки прямо в родблоке. И я появилась при свечах. А потом включили свет. И ты сказала, что Вселенная тебе подарила свет. Так вот, мне кажется, мама, она все время обо мне заботится. Именно поэтому она мне дала Диму. Я полюбила его. Вот именно. Ты его полюбила, а он бросил тебя. Он уехал в Москву учиться на шеф-повара. А ты из-за него институт бросила. Да при чем тут институт, мама? У нас Саша родился. А у Димы талант. Талант у него у тебя на шее сидит. Вот это у него талант. Это ж надо. Деньги, которые ему родители оставили, промотал. Не промотал. Он потратил их на учебу. Я ей говорю, промотал. Ничего, доченька, ничего. Все у тебя будет хорошо, все замечательно. И институт ты закончишь, и карьеру сделаешь, и за нормального человека замуж выйдешь. Ты только оставь этого Диму, ладно? Мам, я... Мне тоже уже устала. Я тоже об этом думала, но... Ну, неужели лучше, если я уйду и сяду тебе на шею? Вместе с детьми. Это выход?
Не выбрали ничего? Нет, спасибо. Ну ладно. Здравствуйте. Можно бутылку молока? Пожалуйста. Ой, девушка, а вы поменьше-то не найдете? У меня сдачи даже не наберу. Сейчас я посмотрю. Сейчас. Слушайте, а может быть вы билет за 50 рублей купите, и мы будем с вами в расчете? Нет, мне билет не нужен, мне сдача нужна. Ну, где же я ее нарисую-то? Нет, ну это же лучше. Лотерейный билет. А может, вы миллион выиграете? Я? Да. Выиграю. Конечно. Это не про меня. Я вообще в лотерею не верю. Ой, девушка, вот вы такая молодая, а уже ни во что не верите. А вы попробуйте. Я не буду пробовать. Попробуйте. Вот монетка. И потрите. Я потру. Чтобы вы увидели, что там ничего нет. Ну? Вы что там? Миллион? Нет. Нет? Ну тогда забирайте вашу сдачу. 900 рублей. И мы с вами в расчете. Девушка, а молоко-то? А, да. Спасибо. Слушай, Свет, ты не видел мои крючки? А? Прекрасно. У тебя проблем вообще никаких нет. Осталось только рыбку половить. Свет. Все. Послушай меня. Вот поверь мне. Все, что ты мне вчера сказала, я уяснил. Прям уяснил, честно. Сейчас не время для фантазий, сейчас время мужских дел. Да. Ну, смотри. Раз у меня сейчас нет работы, я буду кормить свою семью так, как в древние времена мужики кормили своих любимых жен и детей. Ну, а что, буду ходить на рыбалку, выращивать в огороде овощи. Ну, параллельно буду искать работу. Свет, я... Все будет по-другому. Я обещаю. Ты так действительно думаешь? Да. Ты точно мои крючки не видела? Димочка, подожди, я кое-что хотела тебе сказать. Все. Мам, да быстрее! О, привет! Сколько ждать-то можно? Давай быстрее! Светик, ты все неправильно воспринимаешь. Одно другому не мешает, правда. С ребятами просто веселее. Ты неисправим. А что мне, сидеть на месте и переживать, что мне не везет?
Димон, самый клёв пропустим. Ну давай быстрее, Димон. Свет, должность шеф-повара в крутом ресторане просто так не нарисуется. Нам не о чем с тобой разговаривать. Удочки не потеряйте, мальчики! Здорово. Там Леночка спит, посмотри. Нет, не спит? Мама, мы куда идем такие нарядные? По маминому делу. Мама, а вы что, с папой поссорились? Нет, ты что, не поссорились? Просто мама не очень понимает папу. Маме, наверное, не повезло с папой. А папе с мамой повезло? Не знаю. Пойдем. Здравствуйте, уважаемые жители города Блиново. Сегодня мы присутствуем на чудесном и, я бы даже сказала, уникальном событии. Вручение сертификата на 3 миллиона рублей жителю нашего города, выигравшему в лотерею, организованную группой компаний «Вольная Волга». И всего через несколько минут мы увидим этого счастливца. Стоп. Какой у тебя план? По поезду. Кир, я просила меня так не снимать. Крупнее, возьми, пожалуйста. Еще раз. Здравствуйте, меня зовут Роман. Готов? Да, я с вами. Поехали. Все готово. Здравствуйте, уважаемые жители города Блиново. Сегодня мы присутствуем. Я бы даже сказала, уникальном событии. Вручение сертификата на сделал следующим образом. Понедельник. Девушка, с коляской нельзя. Мне нужно пройти получить приз. Просто не с кем ее оставить, она может убежать. Хорошо, проходи. Спасибо. Свет, Нефедова. Петька. Вот это встреча. Привет. А ты как здесь? Как? Я же юристом в «Вольной Волге». Вот мы и мероприятие организовываем для горожан. Солидно. Да, слушай, у нас и банк, и торговля, и строительство. В общем, самый крупный бизнес в области. Да ты крутой. Да ладно, чего я? Ты что делаешь? Ну что, вот дети, работаю мамы, эскизы делаю. Светка, я искренне за тебя рад. Помнишь, ты все время все конкурсы выигрывала в школе по рисованию? Да. Все еще говорили, повезло Нефедовой, а ты? Никакого везения, только упорство и труд. Ну, ты все время за меня заступался. Ну, я же влюблен в тебя был, Свет. Саня. Саня, веди, пожалуйста, прилично себя. Первый и последний раз. Иди сюда. Извини, пожалуйста. За ними глаз да глаз. Ну, брось ты, это же дети. Что ты делаешь? Слушай, Свет, а давай как-нибудь пообедаем, а? Как у тебя будет свободное время. Хорошо? Полин, пришла победительница. В более неформальной обстановке. Девушка, поностальгируй. Это вы выиграли 3 миллиона? Да. Пройдемте, пожалуйста. Сейчас я разберусь с выигрышем снимай. И лотереей. Потом тогда поговорим. Светка, так это ты выиграла. А можно мне не снимать? То есть как это не снимать? Поднимайтесь, пожалуйста. Это же лотерея, промо-акция. Вы обязаны участвовать в освещении мероприятия. Проходите, прошу вас. Итак, сертификат на 3 миллиона рублей достается нашей землячке, нашей соотечественнице, очаровательной маме очаровательных детишек. Светлане. Пожалуйста, аплодисменты. Ура! И спасибо большое. Спускаемся. И к детям. Свет, Света, поздравляю, я за тебя очень рад. Я всегда знал, что ты достойна лучшего. Светик, молодец, это победа. Это действительно да, победа. Сейчас, да, что? Я же сказал, о делах. Добрый вечер, Светлана Евгеньевна. Меня зовут Роман, агентство «Вольная Волга». Я присоединяюсь ко всем поздравлениям. Хотим сообщить вам, что вы можете пройти со своим сертификатом прямо сейчас в кассу банка и получить ваш выигрыш наличными. Спасибо большое. У меня реквизиты и карточка. Ну, Светлана Евгеньевна, с реквизитами это, скорее всего, в бухгалтерию. А здесь спешу напомнить, что мы можем посодействовать вам получить ваши деньги наличными на руки прямо сейчас. И извините, пожалуйста, мне просто удобнее на карточку. Светлана, идите сюда ко мне, пожалуйста. Разрешите? Так, значит, поправляем сертификатик. Угу. Не бликует? Угу. А я?
Отлично, пишем. Итак, мы снова с нашей победительницей Светланой. Светлана, как вы собираетесь потратить ваши 3 миллиона? Та-дам! Боже, как романтично. Светик, дети, нас ждет торжественный ужин. Свет, я хочу, чтобы у нас все было хорошо. Я хочу, чтобы ты была счастлива. Мне кажется, я заново родилась. Добрый вечер, Оленька. Гоша, я сделала бульончик куриный. Хочешь? Спасибо. Оленька, подожди. Оленька, вот что я хотел тебе сказать. Мы с тобой люди не молодые. Как там будет дальше и чего, пока неизвестно. Оба любим ясность, основательность. Это к чему сейчас? Ну, к нашей официальной росписи в ЗАГСе. Ож. Чего? Это ты что, мне предложение, что ли, делаешь? Ну, что-то в этом роде. А где цветы, шампанское, колечко в бархатной коробочке? Кстати, Оленька, я насчет колечка вот что хотел сказать. Если брать кольца на фабрике, то получается процентов на 20, а то и 25 дешевле. Если ты мне свои деньги за кольцо отдашь, то я, когда поеду в область товар отвозить, то я могу на фабрику заехать и кольца купить. Ну, разумно же. Да-да-да, разумно. Еще вот это, Оленька, посмотри. А это что? Это брачный контракт. Ну, чтобы учесть наши с тобой интересы. Гош, давай хотя бы в ресторан, что ли, сходим. А зачем в ресторан? Ты что-то про бульончик говорила. Ты знаешь, Оленька, мне мой бульончик во 100 раз вкуснее ресторанных разносолов. А то, понимаешь, дерут деньжище. А дома можно то же самое поесть. Реставратор пришел. Я ненадолго. Здравствуйте. Здравствуйте. Извините, что так поздно. Заработался? На, все мебель чините. Ну да, да. А как там, что сказал хозяин или заказчик? Кто там у вас решает? Согласился. Я даже с конкретными замерами пришел. Да, правда? Вот. Я рада. Вы знаете, я за это время смогла изучить очень много материалов. И в книгах прочитала, и в интернете. Я изучила разный характер орнаментов в различные времена. Ну, в общем, я теперь точно знаю, что надо делать. Слушайте, ну вы так основательно подошли к моему вопросу. Сейчас это такая редкость. Спасибо вам большое. Спасибо. Так это мне? Ага, да, это вам. Вот. Пожалуйста. Ну? И зачем он сюда приходил? Так вот, замеры принес. Да? Угу. Оль, скажи, а зачем тебе это нужно? Гош, да ты что, ревнуешь, что ли? Знаешь что, Оля, ревность – это удел слабых людей, живущих страстями.
А мы с тобой люди разумные. Я думаю, что ты не будешь совершать безрассудных поступков. Пойду-ка я разогрею бульончик, ладно? Хорошо. Всем здрасте. Привет. Мамуля, я принесла новые эскизы. Мам. Иду, иду. Дети, где вещи? Ты немедленно переезжаешь ко мне. Дети с Димой, вещи дома. Как? Ты что, так ничего и не поняла? 3 миллиона кому? Это, наверное, заказ на 3 миллиона. Чашек 3 миллиона. Нет, котиков. Ты что, так ничего и не усвоила, а? Ольга Николаевна, а как здесь красить? По старым образцам или по новым эскизам? Татьяна Ивановна, я вернусь и все решим. Хорошо, хорошо. Светочка! Света! Мама, я все уже решила. Теперь у нас с Димой деньги есть. И я очень хочу исполнить Димину мечту. Какую Димину мечту? Ресторан. Свой собственный. И он там будет сам управлять. А на набережной как раз подходящий продается. На эти деньги можно купить его, сделать ремонт и новое оборудование. Ты это сейчас серьезно все вот это вот? Мам, я договор уже оформила. Деньги в ячейке, документы на регистрации. И через неделю я буду уже хозяйкой. Мама, Дима, он хочет, чтобы мы были счастливы. Просто раньше не было возможности, а теперь есть. Ты что ж ты такое, а? Умная, красивая, добрая девочка, послушная во всем, смышленая. И попался этот Дима. Недоразумение какое-то. Ты понимаешь хотя бы, что ты свой шанс упустила? Мама, это не шанс. Я там. Вселенная. И она спасает наш брак. Хоть скажи, как он отреагировал. А он еще не знает, мам. Это сюрприз. О, Господи. Слушай, Свет. Ну, ладно, заглупила, так заглупила. Ничего не поделаешь. Дальше-то поступай по-умному. В смысле? Не надо Диме ничего говорить. Ни про билет, ни про выигрыш, ни про покупку. А то он как узнает, чем ты пожертвовала ради него, он вообще расслабится. Угу. И на работу его должен пригласить кто-то другой, чужой человек. А чужой человек – это не жена. Добрый день. Петька, привет. Не помешал? Петь, как ты можешь помешать? Здравствуй. Сколько лет, сколько зим. Да, здравствуйте, Ольга Николаевна. Вы хотите я чайку? Поставлю, попьем вместе чаю. Я, собственно, хотел со Светой в кафе сходить, чай, кофе попить. Хорошо. Это тебе. Спасибо. Ну да, на банкете не удалось поговорить, но в обеде ты мне не отказала. Не отказала? Это молодец. Правильно, пойдите, пообедайте. Да? Давай в другой день, а? У меня работы много. Какая работа, Свет? Работа не волк. В лес не убежит. Положи сюда цветочки. Давай. И отдыхать надо. Вот так. Идите. Идите. Ну, ладно. Мы пойдем. Поедем. Я на машине.
До свидания, Ольга Николаевна. До свидания. Ой. Ты ничуть не изменилась со школы. Такая же красивая. Ну, как не изменилась? Дети, хозяйство. Я до сих пор вспоминаю, как первый раз тебя в 8 классе поцеловал. Помнишь, на экскурсию ездили? Я помню, помню. Когда еще с Димкой, помнишь, подрались? Ну да. Свет, я хочу, чтобы ты знала, что для меня с тех пор ничего не изменилось. Мне кажется, как-то все по-другому. Для меня нет. Ты всегда можешь на меня рассчитывать. Если тебе нужна какая-то помощь, пожалуйста, обращайся. Петь, ты хочешь мне помочь? Конечно. Все, что захочешь. А ты можешь пригласить Димку на работу? Как будто бы тебе нужен управляющий и шеф-повар в одном лице. Сань, ты в кучу сгребай давай. Давай, Леночка, давай, давай. Лен, давай. Ну давай, давай, помогай маме. Ты что делаешь? Сейчас. Ты что, выпил что? Нет. Нет? Дети, семья. В скором времени мы будем питаться только ананасами и трюфелями. А это вкусно? Это очень вкусно. Очень. А теперь внимание на руку. Договор о том, что ваш папа, дети, и ваш любимый муж является управляющим и шеф-поваром ресторана. Ура! Я сделаю такое, чего в Блинове никогда не было. Сюда все будут приходить есть. А что это будет? Ха-ха! Помнишь, я тебе рассказывал про своего любимого препода? Да. Это который вот этот... Оля! Оля! У него свой ресторан в Рио-де-Жанейро. Две мишленовские звезды. За полгода столики заказывают. Из Европы приезжают, чтобы поесть. Просто поесть. Девчонки танцуют. Красота, праздник. Я назову его Рио.
Ничего страшного. Главное, чтобы заработало сарафанное радио. Все крутые рестораны именно так и делают. Надо возвращать.